знаешь, как поживаешь, дорогая? Кирилл, ты все-таки позвонил мне. А чего? Дай, думаю, позвоню. Да ушки не жалко. Кирюша, милый, ну куда ж ты так пропал и пропал? Были дела. В библиотеку записался? Хожу. Приезжай сейчас ко мне. Слышишь, приезжай. Или хочешь, я к тебе приеду? Не надо. Я сам приеду. Не могу я глядеть на тебя без конца. Нет роднее души, нет любимее лица. Только ты для меня, только я для тебя. И невозможно жить, не любя. И невозможно, нет, невозможно жить, не любя. Неужели, неужели мы судьбу преодолели? Неужели снова встретились наши пути? И метель отшумели, и мы поняли на деле, что сберечь свою любовь тяжелее, чем найти. И я не боюсь, не стыжусь повторять, нет хуже беды, чем тебя потерять. Я не хочу с тобой на миг, всего на миг расстаться. Пронеслись разлук недель, неужели не